Атайсал форумы Нурманда, Тимяк, Тамыр телеканала Уйдешин Башлай. Сегодня я вам покажу и расскажу, что здесь происходит. Не зря Нурмановский район считает второй Швейцарией. Сказочной красоты озера, реки, живописные горы, пещеры, хрустальные прозрачности ключи. Кстати, о ключах. У меня в руке замок и связка ключей. Как думаете, какой ключ подходит к этому замку? С какой попытки вы сможете его открыть? Такое устройство, которое, собственно говоря, с одной стороны запирает. Может, с первого раза мы попробуем? Я сейчас посмотрю, сколько тысяч был его. Давайте возьмем красный ключ. Если брать вот логическое мышление, должен быть зеленый ключ. Зеленый цвет – это светофор, движение вперед – это атайсал. Яшелин. Сынки яшель, бедень башкортсан тесы. Я думаю, красный. Почему так думаете? Потому что красный, красная горка, красный ключ. А, вот красненького цвета. Мне цвет красный нравится. Юк асламана. Икенсе неймарма. Зенгер. Манал асламан. Харахы менен караем. Харахы кермейда. Кызылы менен. А мына кызылгын асты. Ну попробуем вот этот. А почему решили то, что подходит именно красный цвет? А здесь «Атай» в красном цвете написано. О, получил сразу с первого раза, значит. Как интересно. Тамыр каналы «Майдан Сығала» гүрлей. Ух, тағы несеме яс журналистар өтіп келе. А что для вас «Атай» сал? Ну, Атайсал – это для нас, начнем с того, что это родина отцов, предков, да, это наша малая родина. Ну, а кто любит свою семью, развивает правильно свою семью, свое село, район, да, ну, соответственно, это основополагающее, это вертикали нашей страны под большим красивым названием «Россия». Для меня проект Атайсал – это как раз та возможность, рассказать о себе, рассказать о добрых делах наших земляков. Какие двери в вашей жизни открылись благодаря Атайсалу? Ну, двери открываются перед нами тогда, когда ты их сам открываешь, когда ты что-то делаешь для своей родины. Менің тұрмышымда асылмаған йодақтар бик көп болды, ләкин мен һәр вакыт оларға асқыс хайларға тырыштым, әдләргә тырыштым. Һәм күбрәк йодақтарға анашылай 3-4 тапқырдан асқыс табу мөмкинлеге булды. Какое самое яркое воспоминание, которое описывает ваше детство? Это ассоциация весна, ручьи, это березовый сок, это красные скалы у нас, красивая очень природа. Белекайдан яштен үйдем атайсал болғаным дұрттейм, сүнки элег-элегтен ауылдаштарымды ойыштырып, ауылығы хәріп ағыт ярдам ете тұрғайны. Интересно, у нас было детство, интернета не было, на рыбалку мы ходили, на велосипедах. Ездили, мотоциклы собирали. Эти дома стоят. Я знаю, где жили мои дедушки, где жили мои родители. Я сама построила свой дом в селе Новой Белокотаки. В жизни не бывает закрытых дверей или замков, бывают только неправильно подобранные ключи. Это доказали участники форума Атайсала. Пусть в вашей жизни всегда будут открыты любые двери. До встречи!